После первого периода мы беседуем с защитником «Авангарда» Богданом Киселевичем. Богдан, как ваше впечатление о первом периоде? Вам-то самим понравилось? Очень критично вы заметили. На эмблеме у «Барсика» вот такие зубы. Почему они их на льду не показывают? Я не знаю, очень сложный вопрос. Какой у вас был в школе самый нелюбимый предмет и почему? Не любил очень географию из-за учителя. Она мне поставила тройку, и это как клеймо на всю жизнь теперь.